И сейчас к другим темам. В Чувашии можно приобрести уникальную юбилейную монету, выпущенную специально к 550-летию со дня основания Чебоксар. Серебряную монету номиналом 3 рубля Банк России выпустил в обращение в июле. Тираж 3000 штук. В Чувашии они появились накануне празднования Дня города. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России, на оборотной – достопримечательности Чебоксар, драматический театр, здание Дома правительства и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города, а также дата основания столицы Чувашии.